Здравствуйте, друзья. Я вот сегодня купила на рынке такие кивишки. Они небольшие. Как-то их приготовить или кушать не очень, но они по цене нормальные. И я посмотрела, думаю, сварю-ка я с них варенье. Да, вы, наверное, удивитесь. Но у меня на канале, если вы посмотрите, есть такие необычные рецепты необычного варенья. Это я люблю. У меня там есть варенье из тыквы, варенье с кокосовой стружкой. Обратите внимание, это все необычные вкусы, прекрасные для в сочетании с разными добавками. И я их использую и как соус к творожку, и как какую-то начинку к выпечке, и можно намазать какой-то лаваш, там что-то еще такое сделать. То есть вариантов очень много. И поэтому киви как варенье для меня это совершенно не новость. И вот сейчас я буду готовить. Вот, друзья, я нарезала мелко киви. Ну, конечно, много отхода от него. Ну, это у меня такое экзотическое варенье. И готовлю его тоже, признаюсь, первый раз. Сюда же я натерла цедру лимончика. Вот. И лимончик вот немножко выдавлю, сок лимона, для того, чтобы не потерялся этот красивый изумрудный цвет. И добавляем сюда сахар. Сахар у меня порядка на вот 7-6 кивишек 200 грамм. Ну, я думаю, что корица в сочетании с лимоном и с любыми этим, в сочетании с любыми фруктами не помешает, и немножко корицы. Какое-то разнообразие вкуса. И к плите, конечно. Вот, друзья, варенье мое сварилось. Я его варила, оно минут 30, может 40. И с 6 штучек кивишек у меня получилось, вот посмотрите, я сделала творожный десерт, вот, десерт из лаваша с начинкой, из молочного суфле, просто киви с кокосовой стружкой и киви. Вареничка получается довольно-таки густенькая. Ну, можно добавить еще желатина, чтобы было еще гуще. Я не захотела. Я захотела, чтобы все было натурально. Вот такое интересное у меня варенье сегодня, друзья. Спасибо вам за просмотр.